Шаб Бехейр – это «добрый вечер» на фарси, персидском языке. Разница во времени между Минском и Тегераном всего полчаса. Вот на календаре 1401 год. Да, вы не ослышались, в Иране живут по астрономическому солнечному календарю. А еще следуют законам шариата. Иран – это теократическое государство, во главе духовный лидер. К ценностям иранцев должны уважительно относиться и гости. Поэтому я в таком облачении. Женщины в Иране должны покрывать голову и носить одежду, которая не облегает фигуру. Тегеран и Минск разделяют 3500 километров, но расстояние не преграда для сотрудничества. Визит нашей делегации официальный, поэтому порт из Беларуси встречают торжественно. Белорусский кортеж мчится по Тегерану. Проезжаем башню Азади. В переводе с персидского «свобода» ее называют воротами в Тегеран. Это главный символ города. Из аэропорта Мехрабад спешим в культурно-исторический комплекс Садабад. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Махбер встречает белорусского премьера Романа Головченко. После церемониала разговор о торговле, экономике, инвестициях. Товарооборот между Беларусью и Ираном в 2021 году превысил 33 миллиона долларов, а за 9 месяцев этого уже наторговали почти на 64 миллиона. И мы больше продаем, чем покупаем. Мы должны перейти во взаиморасчете на иностранной валюте. Мы можем это взаиморасчеты сделать на национальной валюте. Мы можем товарообмен тоже сделать и решить некоторые проблемы. И это, разумеется, не предел. Тут позиции собеседников совпадают, но чтобы эффективнее решать бизнес-дела, нужен прямой рейс между столицами. Главная тема переговоров – дорожная карта сотрудничества до 2026 года. Очень важная страница в истории белорусско-иранских отношений. Взаимодействие наших стран характеризуется высоким уровнем взаимопонимания и высокой динамикой развития практически во всех сферах. И происходит это не из-за тех нелегитимных санкций, которые вы упомянули, а вопреки им. Что касается жизни под давлением Запада, то Ирану опыта не занимать. Страна на втором месте в мире по количеству введенных санкций. Живет она так с 1979 года после Исламской революции. Здесь заблокированы активы Центробанка, банки отключены от SWIFT, введен запрет на импорт нефти и поставку технологий. Но одним Западом свет клином не сошелся ни тогда, ни сейчас. А у Минска и Тегерана большие планы. Осталось их воплотить. В стране полной решимости реализовать все, о чем договорились. Договорились, и я думаю, что в скором времени все это будет реализовано. Мы прекрасно понимаем, что против Беларуси со стороны США и коллективного Запада тоже вводятся санкции, и при этом у нас накопился очень хороший опыт в обходе этих санкций. Нарастили объем сотрудничества по многим направлениям, начиная от товарооборота и заканчивая товарными потоками или грузооборотом. Дорожная карта развития сотрудничества на 2023-2026 годы вобрала в себя мероприятия абсолютно по всем направлениям нашей дальнейшей работы. Я уверен, что совместными усилиями всех стран, которые не приемлют экономического диктата, не приемлют нелегитимного давления, санкционных ограничений, мы сможем выйти из этой ситуации более крепкими, с более крепкой экономикой, с собственными товарами и технологиями, которые мы будем самостоятельно в партнерстве с нашими друзьями разрабатывать и производить. Кульминацией этого насыщенного дня стал белорусско-иранский бизнес-форум. Наши машиностроители сделали предложение партнерам, от которых невозможно было отказаться. Хотя детали переговоров остались за кадром. Сегодня больше 30 наших представителей бизнеса. Это 22 предприятия. Это в первую очередь Министерство промышленности, предприятия, деревообработки, фармация, ряд частных компаний, которые оказывают услуги в сфере логистики и строительства. Особое внимание было уделено
окончательному согласованию дорожной карты. Что касается экономики, там прописаны конкретные направления расширения нашего взаимодействия практически по всем отраслям задействования транзитного потенциала Исламской Республики Иран для продвижения товаров на рынке не только Ирана, но и стран дальней дуги. Как известно, коридор север-юг уже активно используется, и нам в этом году уже удалось нарастить объем транзитных перевозок через Иран по коридору север-юг железнодорожных более чем в 3 раза. Дипломатическим отношениям Беларуси и Ирана 29 лет. Поддерживаются контакты на высшем уровне. Александр Лукашенко был в Иране с нынешним президентом Ибрахимом Раиси. Глава государства недавно встречался в Самарканде на саммите ШОС. И в Иране иранская сторона отмечала это не раз. Очень ждут Александра Лукашенко. С Раиси завтра встретится Роман Головченко. После в планах посещения фармкомпании. Затем делегация со Среднего Востока направится на Ближний Восток, в Сирию. Как будут в Дамаске встречать белорусов, обязательно расскажу. Наталья Тарасюк, Игорь Хвиченя. Наши новости. Иран.